Гибрид Тусон. Это гибрид сахарной кукурузы среднепозднего созревания, порядка 78-80 дней, в зависимости от региона. Гибрид очень компактный, растет компактным растением, растет как на багаре, так и на поливе. Качан 22-23 сантиметра и 5,5-5,7 сантиметров в диаметре. Это один из самых толстых початков со всей линейки. Зерно не очень крупное, но идеальной красивой формы, идеальный золотистый цвет, очень нежный на вкус.